Новый год – семейный праздник. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, считает большинство россиян. 80% из числа опрошенных жителей страны планируют остаться дома в новогоднюю ночь. 69% хотят провести все новогодние праздники в своем городе, а 26% рассказали, что поедут в путешествие по стране. Интерес к поездкам по России наблюдается с тех пор, как многие страны были закрыты из-за пандемии коронавируса. А сейчас ситуация осложняется получением виз, рассказывают туроператоры. Последние 2 года мы, так сказать, развернулись лицом к нашей собственной стране, к нашим собственным ресурсам, возможностям и поняли, что у нас не так плохо, у нас красиво, и сервис уже подтягивается. Люди привыкли отдыхать, они уже хотят получать эти эмоции, и поэтому они теперь тратят деньги не на зарубежные страны, а ездят по нашей стране и смотрят и Камчатку, и вулканы. И Командорские острова, круизы есть из Петропавловска-Камчатского на суднах ледового типа. И Карелия, и Урал, и Байкал. Конечно, это все захлестнуло, так сказать, волна туристов. Поэтому люди открывают для себя Россию, можно сказать, заново. И если оглянуться назад, то можно понять, что на самом деле мы почти ничего не видели в своей собственной стране. Среди российских направлений у самарцев пользуются популярностью для отдыха в новогодние праздники Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные воды, Новосибирск. В эти города есть прямые рейсы из Курумыча. Также многие жители планируют поездки на российские горнолыжные курорты. С учетом того, что объемы зарубежных перевозок существенно ниже, из Самары в том числе, ну, из России вообще, то, конечно же, оставшиеся направления, которые есть внутри страны, они все-таки в цене растут, и это будет несколько дороже, чем 2 года назад это могло стоить. Но я думаю, что это все со временем, опять же, немножко нормализуется. А с учетом, что появляется больше объектов размещения, курортов становится тоже больше, то конкуренция сделает свое дело, и, соответственно, цены все-таки будут более приемлемы. Однако и тем, кто решит в новогодние праздники остаться в Самаре, тоже будет чем заняться. Ведь горнолыжные комплексы есть и в областной столице. Праздничные программы готовят музеи, театры, филармония. Будут работать более 120 бесплатных ледовых площадок. Катки примут любителей активного отдыха на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах. А по всему городу уже появляются празднично украшенные новогодние локации, где можно провести время всей семьей. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.